Добрый день, друзья! Сегодня я готов поделиться с вами личным опытом засолки сала сухим способом. В этот раз я решил взять свиную грудинку. Но не просто грудинку, а грудинку с большим количеством мясных волокон и с поразительно тонкой кожей. Сало – это всегда хорошо. Ну а сало с мясом – вы понимаете. Не оставим и без внимания приправы. Нам потребуется черный молотый перец, паприка, лавровый лист, ну и естественно соль. Первым делом нарезаем грудинку. Чтобы она быстрее и качественнее просолилась, нарежем ее небольшими кусочками, грамм по 150, по 200. Смешаем наши ароматные приправы с солью. Для удобства засолки мы взяли ломаный лавровый лист. Все тщательно перемешиваем, и приправы готовы. Нарезаем половину зубчиков чеснока небольшими острыми кусочками. Так удобнее будет начинять наше сало. Вторую половину чеснока потрем на мелкой терке. Так появится у нас чесночный сок. Острым ножом делаем глубокие надрезы в грудинке по всему ее периметру. И каждый надрез заполняем дольками чеснока. Стараемся, чтобы каждый кусок сала не был ими обделен. Затем каждый кусочек грудинки натираем нашими приправами, смешанных с солью. Натираем щедро, не боясь пересолить. Не стоит переживать, сало возьмет соли столько, сколько посчитает нужным. Затем кусочки натираем тертым чесноком. Запах чеснока и приправ сводит с ума. Благодаря паприке грудинка изменила свой цвет с розового на красный. Все прекрасно. Все ровненько укладываем и заворачиваем в фольгу. Ставим в холодильник на 3-5 суток. Сало к этому времени будет готово. Приятного всем аппетита и до скорых встреч, друзья!